богатом доме странника лишь дали черствый хлеб, и вместо дома теплого их проводили вниз и ночевали около они огромных крыс. В сыром подвале ангелы увидели дыру, и старший в свете факела, не покладая рук, заделывало, замазывал, пока не рассвело. И кончив дело, ангелы покинули село. Два путника, два ангела пришли ночью искать, и в бедном доме странников бедняк стал угощать. Хоть трапеза не райская, дал все, чем был богат, и на постели хозяйскую он уложил их спать. На утро чуть забрежило, собрали зажжёнушкой.